Всем доброе утро, вы на канале Софи Ларсен, и сегодня у нас будет влог. На самом деле, мне кажется, у нас сегодня будут довольно-таки интересные дела, и поэтому именно из-за этого как раз-таки я и решила снимать. И, в принципе, все эти дела мне намного приятнее выполнять, когда я опять же снимаю, потому что хочется, чтобы все было просто идеально. Сегодня я хочу поехать за город, чтобы сделать пару фотографий, поэтому мне нужно сейчас быстренько все собирать, скажем. В принципе, у меня сегодня утро было довольно-таки продуктивное, я успела выставить видео на YouTube, также это сделать всю свою такую рутину, накраситься и также сделать парочку сториз. Поэтому сейчас погнали собираться, потому что нужно быстренько это все сделать. Кстати, наконец наступила такая погода, в которую я просто могу жить, потому что наконец-то прохладно и дождь моросит, и поэтому, честно, я такое просто обожаю. Жара меня просто уже утомила, и поэтому наконец-то хоть какая-то прохлада. И также сейчас быстренько хочу сделать кудряшки для фоток, потом сделать пучок, чтобы это все не распалось. Что ж, вот, собственно, прическа готова, на это время она немного распадется, но тоже будет выглядеть очень даже. Я все сложила, поэтому сейчас мы можем уже наконец-то собираться выходить. Только приехала, и на самом-то деле я немножечко подустала, и знаете, я не шла один факт, то, что на улице дождь, и то, что вся моя укладка, это просто, ну, ничего, потому что ее уже практически нет. Почему-то я подумала, что дождь будет не помеха, но за влажность я просто забыла, вот и все. И, в общем-то, я на улице практически ничего не снимала, потому что, опять же, дождь, и, знаете, я еле дошла, серьезно. И, получается, также я зашла в магазин, чтобы купить немного мучного, и, знаете, просто порадовать себя. Поэтому сейчас я немножечко передохну, и мы с вами будем готовить одну очень прелестную вещь. Это у нас идет молочный коктейль, я его делаю максимально просто. Обычное молоко, также я сюда положила 2 чайные ложки домашнего варенья с вишней и также мороженое. Мороженое было в шоколаде, поэтому получилось, мне кажется, очень даже неплохо. И просто вот такая вот прелесть, знаете, мне кажется, немного напоминает будто какой-то коктейль с Орео, что ли, булочка с корицей. Также я еще взяла булочки с лимоном и кокосом, и это у нас идет апельсин и клюква. Только что начала снимать как раз таки видео в ТикТок и также сторис, в чем показать свой лук, на самом деле мне очень даже нравится. Даже сам лук, на самом деле, он просто, мне кажется, бомбический, потому что одну часть рубашки я заправила в джинсы, и мне будет просто очень нравится, как это все выглядит. И также, знаете, мне кажется, сами волны получились очень такими, знаете, прям деликатными, скажем. Вот, и поэтому укладка, мне кажется, как раз-таки на влажную погоду получилась еще даже лучше, чем без нее. Поэтому очень даже классно, мне все нравится. Поэтому сейчас поснимаю парочку видео в ТикТок и также сделаю парочку фотографий. И можно будет уже как раз собираться домой. На самом деле я практически ничего не поснимала, потому что я максимально отдыхала, я еще немного подремала, то есть, знаете,
Все как всегда, в принципе, ничего нового. Опять же, все очень круто. Ну что ж, ребята, я уже дома, на самом деле, я уже просто безумно устала. У меня вообще нет сил делать что-то, поэтому я хочу посвятить вечер полностью такие, знаете, дела, которые приносят больше всего удовольствия. А это именно немного почитать. Я еще в прошлом видео рассказывала, что я читаю «Убийство в Восточном экспрессе», и я прочитала, наверное, страниц 40, не больше, поэтому сегодня нам нужно тоже хотя бы страниц 30 прочитать, потому что уже 8 часов вечера, и я сегодня планирую лечь спать немного пораньше. Я тоже немного почитала, и поэтому сейчас я хочу посмотреть один фильм. У меня в ТикТоке просто все рекомендации в этом фильме, и поэтому меня очень заинтриговало это. И, в принципе, вообще, знаете, хочется что-то посмотреть более разнообразное, нежели всегда, и поэтому сегодня мы с вами будем смотреть «Пурпурные сердца». На самом-то деле, я думаю, я не смогу сегодня посмотреть полностью фильм, потому что он довольно-таки длинный, а я уже, если честно, хочу спать. Я думаю, минут 30-40 и посмотрю, а остальное уже буду досматривать завтра. Честно, я уже просто начинаю вырубаться и очень сильно, и поэтому мое оставшееся дело на сегодня — это просто смыть косметику, принять душ и ложиться спать, потому что, если честно, серьезно, я подустала за сегодня. Но мне понравился сегодняшний день, мне кажется, знаете, он мне послужил некой перезагрузкой, что ли, то есть серьезно. Я поделала классные сторис, также сделала парочку фоток в Инстаграм, сняла ТикТок и так далее, и поэтому меня это, знаете, все очень классно заряжает настроением, поэтому это все просто не может не радовать. Ну и на этом было все. Я очень сильно надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы были на канале Софи Ларс. До новых встреч. Пока-пока.